Внимание, внимание! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Телеканал Shopping Show в качестве спецпредложения сегодня выбрал самый лучший комплект. Это целый набор чехлов для вашей старой или для вашей новой мебели. В комплекте вы получаете два чехла для кресла, значит и два новых кресла, и один чехол для дивана, значит и новый диван за 6499 рублей плюс бесплатная доставка, Юль, и плюс подарок. Ой, как приятно. Но не обольщайся, это подарок только тем, кто успевает дозвониться во время прямого эфира. Ага. У нас их поменьше, чем наших комплектов. Ой, я думаю, что многие сегодня дозвонятся, потому что только один комплект может решить огромное количество бытовых вопросов. Ну, давайте мы посмотрим, вот вживую, как у нас в жизни бывает. Вот мебель бывает в разнобой, а как хочется гармонии в комнате. Ну, бывает обивка здесь такая, а на диване абсолютно другая. Форма у мебели разная, а бывает так, что до такой степени мы нашу мебель износили, что она вся порвалась. Ну, много ситуаций, да? Но это быт, это жизнь. А мебель не готова еще купить, но это дорогостоящая покупка, к которой надо действительно готовиться. У меня есть для вас решение проще, легче, а главное быстрее. Взяли, надели два чехла на кресло, наши пионы подходят на любые типы кресел, к этому мы еще вернемся, на диван, пойдемте, мы преображаем прямо на ваших глазах, смотрите. И теперь непонятно и не видно, где кресло порвалось, а где кресло совершенно другой модификации и форм. Единый гармоничный мебельный гарнитур вы получаете сегодня со спецпредложением по цене 2-3 метров ткани. Это чудо! Да, действительно, я вот сейчас, вот, пока ты рассказывала, считала, вот один новый диван стоит 1020 минимум. Если это будет велюровый диван, ну 27 тысяч. Одно кресло будет стоить 10 тысяч рублей. Вы понимаете, сколько вы сейчас экономите. Если у вас дома старая мебель, которая вам очень дорога, или вы просто не можете пока купить новую, но вам хочется, чтобы у вас дома было точно так же гармонично, как и сейчас у нас, друзья, заказывайте целый набор чехлов и получайте гарантированный подарок. Если вы успеваете дозвониться во время прямого включения, мы дарим вам в подарок к чехлам вот этот чудесный плед. Он мягкий, нежный, теплый, очень актуальный к осеннему периоду. Слушай, ну давай сейчас с тобой про размеры поговорим, потому что давай. Вот, например, моя мама, когда впервые увидела презентацию чехлов на нашем телеканале, заинтересовалась и сказала мне: Оль, ну я не взяла, потому что у вас там диван такой большой, а у меня подлокотники деревянные, у меня другой диван не подойдет. Слушай, а абсолютно не важно, какие подлокотники, пышные или вот с деревяшечками еще бывают иногда по старинке, узенькие или широкие, не важно, какая конфигурация мебели, пионы сконструированы так, что у нас эластичные ленты пронизывают все полотно велюра. И ложится, а точнее садится, наш пионовый комплект на любую конфигурацию мебели. Давайте сориентируемся с размерами. Давайте. Что касается дивана, у нас от 1,5 спального метра 60 до 210 растягивается сиденье. То есть это до евростандарта, до трехместного дивана. Прекрасно. Пожалуйста, здесь, что касается дивана, все в порядке. Дальше. Кресло. Кресло у нас растягивается от 50 до 90 сантиметров сиденья. То есть даже на кресло-книжку, то есть на раскладное подойдет. Абсолютно неважно, какая мебель у вас. И здорово то, что не просто ложится, а еще и выравнивает хорошо, что вы даже и не замечаете, что мебель разная, она становится одинаковой. Как будто вы приобрели новый мебельный гарнитур. Здорово, слушай, ну мне нравится, что быстренько оп-оп, заправили новый диванчик. Еще хотела спросить, смотри, если кресло, да, вот возьмем, и так. Спинка, например, очень высокая-высокая, прям выше даже, чем нашего кресла, подойдет или нет? Подойдет, поскольку чехлы надеваются до низа. Ага. Чуть-чуть приподняли и надели даже на высокую спинку. То есть мебель любой конфигурации. Ваша мебель станет единой, гармоничной, потертая станет новой. Подарите вашей мебели новую жизнь. Это так легко сделать. Покупатель или перетягивать мебель, это дорого. Например, перетянуть одно кресло стоит больше 7 тысяч рублей. О! Ну, это зачем? Мы буквально недавно на нашей кухне у нас стоит маленький диванчик, очень красивенький, такой аккуратненький. Ну, так как на кухне, естественно, очень быстро испортилась обивка. 17 тысяч отдали за новую обивку. Ну, правда, она была хорошего качества. А, ты знаешь, но все-таки 17 тысяч, правильно? Я еще мужу говорю, не проще было нам новый диван купить. Друзья, если у вас подобная ситуация, заказывайте наш набор
набор чехлов. Очень нежный и приятный по тактильным ощущениям. Целый набор по цене с максимальной скидкой для вас. Ниже цены уже не будет на этот набор. Поэтому удачи, что вы сейчас с нами, с телеканалом Shop & Show, что вы можете преобразить старую мебель, либо защитить новую. Кстати, о защите. О, Юль, молодец, что ты и о животных вспомнила домашних. Я как раз про свекровь подумала. Вспомнила. Вот такой кот. Вот с таким ворсом. У меня ангорка, я тебя прекрасно понимаю. У меня бабушки, я приезжаю, потом посидишь, брючки все налипает. Вот смотрите, чем хороши наши чехлы из велюра. Трикотаж на велюре отлично собирается с него вся грязь. Он не впитывает пыль в себя. То есть, поскольку чехол плотный, и сама по себе фактура велюра, она гладенькая, она не имеет статики, то есть не притягивает пыль. Ваше любимое место отдыха всегда безупречно чисто. Еще раз, вот положила шерсть для вас, вот кошка посидела, я ее туда прям впитаю. Вы рукой можете собрать, и не останется ни одной ворсинки. Всегда чистый диван или кресло. И ну и это еще не все, Олечка. У меня для тебя готовы еще эксперименты. Мы будем испытывать качество наших чехлов. Это вещь, которая используется активно. Ага, это я тебя не печеньем угощаю, это я тебе... Я себя почувствую ребенком, моим ребенком. У меня дети, они когда сидят, смотрят телевизор, они всегда с печеньем это делают, соком, ну пусть. Ладно, я разрешаю, ну, детство есть детство. Но, знаете, потом возникает проблема. Смотрите, вот здесь вот есть стык, вот он, с одной, с другой стороны. Я как-то заглянула, я мужа попросила, говорю, давай-ка прям сильно с тобой посмотрим, вот так вот, оп, оттопырим, как говорится, и посмотрим, что там внутри. Ужас какой-то, и там и печенье, чего там только нет. Ребята, там все засоряется вот этой вот пылью. И ты понимаешь, это же еще небезопасно для нас. Понимаю, именно поэтому предлагаю пионы. Фактура глянцевая. Ты можешь накрошить, пожалуйста, Оля. Ты можешь это сделать прямо сейчас. Давайте проведем эксперимент в прямом эфире. Сюда. Ну, насорили. Кушали бутерброд перед телевизором. Дети насорили. Печенюшки. Пыль. Ну, что у нас на диване действительно собирается, как правило. Да что только не собирается. Вот мы накрошили печенки. Оль, тебе придется обязательно встать. Подожди, я сейчас покажу. Хочу щели еще запомнить. Давай, засоряем. Ну, если бы у меня так дети сделали, я бы их отругала. В углу бы стояли точно. Ну, отругала бы, конечно, это уже твое дело, ты мамочка. Но самое главное, смотрите, с такой поверхности идеально можно все очистить на 2-3 вот так вот движения. Все. Ни одной крошки не осталось ни в щелях, ни в самой ткани. То есть пыль и грязь не проникают внутрь ткани. За счет ее плотности, за счет ее прочности, это практичное полотно, трикотажный плотный велюр. Что еще? Можно и попробовать вот такой еще, Оля, эксперимент, ткань, потому что, ну, все-таки будет использоваться активно. Я буду, смотрите, сейчас воздействовать прямо вот таким брашингом с металлическими щетинками. И смотрите вот сюда. Вот я это делала, абсолютно ничего не попортилось. Посмотрите, ничего. То есть ткань не разъехалась, она осталась в своей фактуре. Здорово, гениально, посмотрите, действительно. Ну, Юля, ты даешь, я бы на твоем месте бы так, ну, не делала бы. Действительно, мне прям жалко, честно говоря, нашу мебель. Но всякие бывают ситуации. Кто-то поточил коготки, кто-то поел печенье. Потом кошмар, бардак. Нет, такого не произойдет с нашим набором. Только сегодня максимальная скидка для вас. Бесплатная доставка и подарок сейчас покажу. Вот этот плед не забывайте.